Так, я еще не показала. Короче, вот эта вот комната, да? С таким длиннющим. Это не балкон, это просто дверь такая. Здесь крыша. Телевизор такой. Столик, да? Продолжение комнаты. Там шкафчик, я уже показывала. А здесь вот такая ванная и душ. Душ такой. Ну, нормальный, как бы. Места немало, достаточно. Туалетик с этим ковриком. Аккуратненьким. Умывальничек. Ну, то есть не маленькая комнатка, нормальная. Вполне. Душевая кабинка отличная. Так, и закрываешь, здесь кнопочка стоит. Свет выключаем. Все, я пошла. Мы пошли. Такой вот был. Так, и наушники сейчас на себя напилю, посмотрю. Так, сюда. Маску на руку. Пойдем. С вами выйдем. Так, в какую сторону мы выходим? В ту сторону мы выходим. Так, выходим отсюда. Закрываем. Не понимаю, закрылась уже, что ли? Так, нет. Мы ее закрываем. Так, это нам уходим вниз. Тут лестница на выход. Здесь вот так накрываем. Потом откроется. Так. Потом мы пошли вниз. Ой, чуть не упала. Вот. Так, это мы вышли вот на улицу. Здесь калитка, отсюда выйти можно. Что на первом этаже тоже живут. Такой домик. Ой. Там ресепшн. Сейчас не работает. Сейчас не работает. Ну, здесь такое местечко классное тоже, да? Сел на лавочку. Здесь курилка. Вечером фонарики. Спуститься вниз пролезть, я не знаю. Но она сказала, что как-то можно выйти. А как? Я не понимаю. Отсюда, наверное, не выйдем. Или выйдем, не знаю. Сейчас посмотрим, открыто. Тут открыто. Можно выйти. Вот мы и вышли. Подсобка здесь внизу. Такое местечко. Не, классное место. Мне нравится. Блин, там тоже хорошо. Ну что, что под мостом и машины есть. Ничего страшного. А, мы на ту сторону сейчас переможем прийти, под мостом пролезть. Здесь тоже комнаты. С этой стороны домик не маленький. Здесь комната, да, со своей кухней. Вот такие развалины прикольные. Так вот. Ой, я люблю такие места полазить где-нибудь под мостами. Ой, тут и не подойти. Фигово вот так к берегу. Видите, я вышла. Этот мотель. Мотель-отель, дорога тут. Дорога. Мотель-мотель. Здесь я вышла.
тепло так. Я в куртке, но расстегнут. В Таллине как-то похолоднее. Я даже не думала, что сегодня так тепло будет. Сейчас посмотрим, что тут ловят. Или не ловят. Здесь точно прям вот как весна уже. Только ветер сильный с этой с речки. Здесь, наверное, не спустись ветрюгам. Здесь ветрюгам. Да никого тут не вижу, ни одного рыбака. Ни одного рыбака. Вот теперь мостик с этой стороны. Я его пролезла.